Давай, how's that, guys? События перед Белым домом. Это вот ежедневно постоянно поддержка Украины. Этого спросил, не знал. Значит, какая-то делегация, флаги всюду. На всей площади перед Белым домом. Это американский. Это округа DC для правительства и английский блок. Это английская делегация. А там еще вот объявляли, это где-то в штате Мэн, по-моему, расстрелял какой-то сумасшедший. И над Белым домом приспущенный флаг. Это траур. Чувствует этих расстрелянных.